очень патриотично. Рассказываю вам свои планы, которые я настроила на сегодня. Кто это? Самый непонятный стенд для меня. Мне нужно найти бедро. Это самая кофейня, я правда не мочалась. Сели непонятно куда, надеюсь, в ту сторону. Заплатили тоже. Время 2 часа дня. Я вот реально только что проснулась. Если в прошлый раз я там просыпалась, что-то делала, этот раз нет. Стоит стирка. Пакет мамы варит кофе зачем-то. Все уже давным-давно проснулись. Блин, а сейчас потом гулять пойдет уже. Не знаю. У нас теперь вот такие яйца, не зеленые. Почему-то. Сегодня на улице жарко, 100%. Вот у нас открыт балкон, все равно очень жарко дома. Все открыто, чтобы вы понимали. Вот поэтому, наверное, тоже гулять пойду в чем-нибудь. Мне какая-то тут болячка вышла. Посмотрите на это солнце. Оно такое вот, тут лежишь, все на твое лицо. И это, знаете, не такое летнее жаркое солнце, а такое весеннее, осеннее, приятное, теплое. Рассказываю вам свои планы, которые я настроила на сегодня. Сходить вечером, мама варит кофе ближе, ну, чтобы я просидела там и уехала где-то часов 10-11. Потому что хочу попить мангу-маракую, возможно. Не знаю, подумаю. Там мне нужно будет смонтировать все влоги, все видео, все отрезки, почистить галерею, такие дела. Скинули график, я работаю в понедельник, как и думала. Две сумки, три брелка. Я буду вязать ночью, походу. И 10 утром. И нужно приготовить кушать. Конечно. Я не знаю, что, правда. Потому что мы уже ели все крупы, картошку, пюре. Что еще остается? Овощи тоже поели. Я уже не знаю. Я не умею супы готовить. Хайп, я не буду умирать, потому что мне написала девочка. Боже, вот это вот меня убивает. Мне написала девочка, что я смогу связать сумки эти до среды, так как проверка приедет только завтра. Я чисто, знаете, с одного уголка квартиры на другой и так далее. Ну, сейчас я уже реально соберусь, приготовлю быстренько суп. Я уже на суповых таких вайбах. Вот, потом уже на Китай-город поеду. Его мама варит кофе, буду пить там. Я же рассказывала, что говорить, да? Вот. Создала, кстати, недавно плейлист с песнями вайба 21 года. Если вы хотите тоже послушать и подобавлять свои песни, вот в Телеграме, в закрепе, смотрим, слушаем. Но это реально плакать охота. У меня почему-то это постоянно играет, не знаю почему. Сейчас будем докрашивать ресницы, потому что не закончила. Мне почему-то не нравится песня «После моря» с кем-нибудь, типа фиты. А вот чисто, когда он поет, это вот... Это мне нравится. Вот тут вот мне нравится. Сейчас покажу, что мне нравится. Быть потом, дай мне лапку, пойдем, мы оттопыримся на странной вечеринке, пойдем. А вот это? Вот так вышло. Я люблю такую неотесанную какую-то непонятную прическу. Вот. Она на мне сегодня. Брови не стала, кстати, красить, как будто не надо. С коротким будет. Я выйдите, простите, пожалуйста. Я уже оделась, я очень долго выбирала себе лук, потому что мне очень большие стали штаны. Я не понимаю, с чем это связано, и я их заколола, типа, в два, и они делают вот эту часть очень толстой, вот. И поэтому что-то нужно было такое надеть, вот.
Я схожу в магазин за бедром, сварю суп. Господи, 100 раз сказала уже свои планы, но реально я уже устала сидеть дома. Мне же нужно на улицу. Че я? Духи. Такая сумка, которая мне не подходит под аутфитик, но мне в магазин. Я вспомнила, почему я не хотела выходить в магазин. У меня нет ключей. У меня нет ключей. Хай. Чего собиралась, непонятно. Даяна скинула в локи свои ногти, поэтому я сейчас просто навстречу выйду, потому что телефон у нее, как всегда, недоступен. Вот, кстати, ее пальчики пользуются. Все не пропадает. Я сейчас общаюсь с Диной, и просто, что может быть лучше ее ответов? Она всегда так хорошо поддерживает меня, боже. Ух, там тетя сидит, которая с нами постоянно разговаривает. Все милая бабулька, на самом деле. Сейчас обсудили ее кофточку нового, такого вишневого цвета, помаду у нее еще под цвет. Блин, добрая она. В прошлый раз дело ей вообще не понравилось, она пришла вся в стрессе, сейчас вот такие. Я решила ничем не покрывать, типа цветом. Такая. Ну, ей нравится, она сказала. Самый непонятный стенд для меня. Мне нужно найти бедро. Кто-нибудь видит такое? Еще мне нужно, чтобы фирма именно была нормальной, знаете, не такой стрёмный какой-то. Все, накупили. Застряла где-то. Ура. Не наебали? Знаете, почему она задержалась? Потому что она говорит, в смысле 500 рублей в чеке есть, а где монетка? Монетки копят дома. Вы что, монетки не даете? Дети же дома. Блин, вроде другая, да? Где мои монетки? Сейчас будет обзор монет. Взяли мои любимые пряники. Тут еще, как всегда, помидоры, выпечка. И вот это хочу попробовать. Смотри, опять новая. Типа это была с драконом, а это вот такая. И тут какой-то Китай. Жесткий. Новая монетка. Слава богу. Забью ее. Блин, так и не включились плита. Все, ладно, вкус. Вкусно, мне нравится. Я хочу съесть, блин. А новый, 24. Нет, не 20, мне нравится. У меня в сумке обычно по 3 помады. Угадайте, что у меня ни одной. Это грустно. У нее неудобный стул. Моя зато шикарная. Собралась ее. Смотрите, как красиво подписали. И любимое шоколадное печенье взяла. Кстати, мы случайно с Гульнасом встретились, она была в ВВК. Так, случайно вместе живем еще? Да, случайно вместе живем. Ясные они? Вот такие виды. Заходили в ABC, там все такое деревянное, непонятное. Тут рядом есть еще серф классный. Ну, тесно, как всегда, все равно тесно. А еще здесь есть картина какая-то. А где она, эта девушка, которая меня страшно пугала? Я записываю кружок и вижу это. Я очень сильно испугалась. Вы тоже? Хайповый магазин какой-то. Смотрите, какой чай большой. Смотрите, как мало людей на Китай-городе. Это вообще такое бывает. Еще зеркало здесь есть такое. Рассказывала или нет, не знаю, просила управляющего здесь поставить нам смены вместе. Что он сделал? Одну смену поставил, остальные на пересменке. Она стоит утро, я вечер. Спасибо. Лучший. Очень патриотично. Все, побывала в Москве, получается. Я ни разу не была здесь. Вот сколько есть? Месяц? Здесь люди не заканчиваются. Мы куда-то попали, непонятно куда. Были вон там вот, теперь мы обошли все как-то, непонятно, как-то вышли. Красиво вот это. У меня какая-то чуйка на серф, потому что я шла рандомными путями, вела ее Гульнас, в итоге оказались мы вот тут. Решили все-таки зайти. Такое у них есть.
Выглядит вкусно. Мне нравится эта локация. Малиновый латте очень вкусный, я просто... Это самое лучшее, что я пробовала с малиной. Это самое кофейное, правда, матча-латте. Матча-латте, конечно. Все, попали куда-то. Зашли на 10-й выход, вход. Собираемся домой. Вообще локация супер, мне понравилась, потому что обычно у Сёрфа локации такие тесные, какие-то непонятные, а это прям вау. Сели непонятно куда, на 10 сторону. Заплатили ты уже? А все, все. Моё. Сейчас идем домой, думаю, вот сейчас схожу, иду, помою волосы, а потом вспоминаю, что у меня еще суп. Я еще не начала его готовить. Все, сейчас домой пойдем уже. Ты устала? Чуть-чуть, да. Я тоже. Что делали? Кофе пили только. Пациентов уходили. Не успела домой зайти, да, Яна уже мне предъявы кидает. Я просто хотела, чтобы ты мне сделала сюрприз. Да, Яна, смотри, я тебе купила. Что купай? Не купай только, пожалуйста. Ладно, в следующий раз что-нибудь возьму. Ну это тогда уже не сюрприз. Да, Яна, хватит. Сюрпризы. Я тебя вчера что просила? Что просила? Альбом! Обзор! Кто это? Чистый Тэхён. Чистый Тэхён, ага. У меня теперь 5 карточек. Угу. Положи, потом продадим. Ну, кстати, одну штуку за 1000 рублей можно продать. Сколько это стоит-то все вместе? Мы открываем. Бизнес. Это его альбом? Сейчас что буду готовить что? Суп. В Питере только чунгук. Когда я не что-то рассказываю, она говорит, зайди мясо поставь, потом расскажешь. Ну, конечно, сейчас будет час только бульон. Ну, блин, да, вообще трэш. Показывала, что такое мясо купили? Нет, это такое. Говоришь? Из подсказок суп приготовишь? Приготовим. Я вообще сегодня в тильт ушла. Думаю, что готовить, что готовить. Я маме говорю, это все мы уже ели. Мне мама как раз позвонила. Я говорю... Вот такая у меня кастрюлька. У нас все мини, кстати. Вот этот сотейник мини, сейчас приедет сковородка. Мини? Да. Какая? Сколько у нас кашка? Сколько положить-то? Еще вот так вот. Ладно. Кладь. Ну фу, блин, не люблю такое. Это вкуснятельное. Слабонервно не смотри. Сижу, жду, пока мясо сварится. Да, она там опять что-то делает. Мясо жалко ей стало, филе. Вчера ели с макаронами. В этот раз они не упали в раковину. Кто подписан на телеграм, знает. Промыла рис. Сейчас будем добавлять. Гульнас купила новую книгу. Посмотрите, какая обложка. Ну, что за эстетика. Еще она мне разрешила показать. Мой любимый капуч. Вот такие у нас дела. Закинула картошку одну. Да я на кушать почту не могу. Даяна поела, успокоилась, уснула почти. Сейчас я пойду в душ и спать. Спустя тысячи лет. Угу. Завтра вставать рано, поэтому, не знаю, умру, наверное, завтра. Еще работаю. Вы думали, я спала? Нет. Сейчас 5 утра, я не сплю. У меня красные глаза. Я заказала себе очки вообще для зрения. Потому что в последнее время я очень много сижу в телефоне. Вот, типа, мне надо там быть. Вот такие капли мне Даяна дала. Не знаю, что это. И как это капать.
первые две капли есть в один глаз и в другой. Сейчас еще раз. Попробую снять на видео. Не попало вообще что-то. Это было все. Всем спасибо за просмотр. Не забываем про телеграм-канал. Ссылки в описании, если что. Ага. Если что, QR-код прикрепляю вот сюда. Все. Спасибо, что посмотрели его до конца. Пока-пока. До новых встреч. Влог субботу.